Как всегда, четверг, и у вас на экранах бонус-клуб. Сегодня самая интересная программа. Все, конечно, в воскресенье участвовали в турнире Ultimate Mortal Kombat. А сегодня мы подводим итоги, показываем победителей и показываем тех, кто у нас победил первое и второе место. И, конечно, у нас в нашей программе будут сегодня новые игры по Sony PlayStation. А в конце программы вы узнаете, кто победил и кто занял какие места по конкурсу рисунков. Вот такая у нас сегодня будет интересная программа. А большую часть нашей программы мы, конечно, посвятим, то есть посвятим вам, ребята, вы увидите больше себя, чем нас в этой программе, потому что мы будем сегодня показывать кинотеатр «Аврору» и турнир Ultimate Mortal Kombat. И, конечно, все узнают вестибюль кинотеатра «Аврора». Сколько было участников, сколько бойцов. А я могу сказать вам по секрету, сколько человек в этом конкурсе участвовало, то есть в этом турнире. А участвовало больше 225 человек. Представляете, сколько народу и как надо было выбраться первым. И все, конечно, рвутся, хотят попасть первым, но это очень тяжело, потому что очень много-много народу. И, конечно же, мы развесили для вас картины. То есть не картины, а ваши рисунки, чтобы вы, вот смотрите, молодой человек выбрал понравившийся ему рисунок и ставит в правом верхнем углу понравившуюся картину, то есть номер той картины, которая ему понравилась. Вот так мы выбрали всех тех, кто победил в конкурсе на лучший рисунок. Участвовал и стар, и млад, даже дедушка чуть пришел поболеть за своего внука. А какие рисунки, посмотрите, как красиво все нарисовано. Ну, конечно, было и халява. Например, вот это, мне кажется, срисовано, а может быть нет, может я ошибаюсь. Ну, конечно, нам больше понравились те рисунки, которые вы рисовали самостоятельно, а не срисовывали, например, с экрана телевизора или с какой-нибудь картинки, или, например, с какой-нибудь книжки. Но рисунков было очень много, и мы выбрали лучшие 5. А это большой-большой рисунок был, я его до сих пор помню. Он и занял, наверное, первое место. Были оригинальные рисунки, но очень было интересно. И, конечно же, очень много было зрителей, не только участников, но и зрителей. Посмотрите, сколько народу, все завороженно ждут начала соревнований. А профессор Давлет объявляет, что скоро начнутся соревнования и показывает, какие же вас ожидают призы. И каждому надо помахать. Ну как же? А теперь вы каждый себя узнаете. Итак, вот начинается соревнование. Профессор Давлет вызывает первых бойцов. И вот началось. Начались бои, протрем нос и пойдем дальше. Но самое главное — это продержаться до самого последнего тура. А вы как помните, было у нас 5 туров. И вот первые бойцы уже протирают свои руки. Конечно же, надо приготовиться к бою. И как сильнее, как можно сильнее протереть руки. Вот так, например. Размять свои пальчики, потому что джойстики очень важны, чтобы были мягкие пальчики. Очень интересная игра Ultimate Mortal Kombat 3. И посмотрите, сколько у вас было народу. И, конечно, арбитры, железные арбитры судят вас. И мы тренируемся. Перед каждым боем давался тренировочный бой. Итак, вот такая вот игра. И, конечно, после каждого тура проводились конкурсы, своеобразные такие викторины. И каждый мог выиграть то, что мог. И многие, конечно, хотели вылезти на сцену, но народу было очень много, и это не позволялось. И поэтому участников выбирали мы сами. Вот такой был конкурс, например, назвать, сколько игр существует на букву «Б». Были победители. А были, конечно, среди игроков и девушки. Вот, например, у нас одна единственная была участница. Что ж вы, девушки, которые смотрят салон «Бонус», не приходите к нам и не играете в такие игры? Ведь это очень интересно. We'll be right back.
Привет, друзья! А вот и второй победитель нашего турнира. Как тебя зовут? Меня зовут Овет. Скажи телезрителям здравствуй, которые смотрят тебя. Здравствуйте все. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. А в какой школе ты учишься? В 22-й школе. Твой классный руководитель? Роза Шавкатовна. Твое увлечение? Ну, я люблю играть в компьютерные игры. Как часто ты играешь? По субботам и воскресеньям. Это не мешает заниматься уроками? Нет, это не мешает. Какой приз подарил тебе салон «Бонус»? Приставку «Супер Битман». Как тебе эта приставка? Ты, наверное, уже успел поиграть в нее? Да, очень хорошая приставка, мне очень понравилась. И что бы ты пожелал ребятам? Чтобы им покупали такие же приставки, мне очень понравилось, например. А какие пожелания ты хотел бы пожелать им? Ну, чтобы они учились на пятерке и успевали поиграть и помогать родителям. Наш первый победитель турнира по компьютерным играм. Здравствуй. Здравствуйте. Как тебя зовут и где ты учишься и сколько тебе лет? Меня зовут Аркадий, я учусь в 22-й школе, мне 13 лет. Ты любишь играть в компьютерные игры? Да, мне очень нравится играть в компьютерные игры. Много времени ты уделяешь этому? Но я играю только по субботам и воскресеньям, а в будние дни я занимаюсь учебой. Ты учишься на хорошо и отлично? Ну, я учусь на пятерке-четверке. Я рада за тебя. Что ты хочешь пожелать ребятам, которые смотрят тебя? И кому ты хочешь пожелать привет? Я хочу передать привет своим друзьям, всем тем, кто болел за меня на турнире. Спасибо им большое. И хочу передать привет своим родителям и всем моим знакомым. Во время турнира папа очень сильно переживал за тебя. Он не запрещает тебе играть и сам вообще играет в компьютерные игры с вами. Ну, папа нам не запрещает играть. Как я уже сказал, мы играем только в выходные дни. Он играет с нами, ну, не так часто, но играет. А с кем тебе больше нравится играть игры? С братом, с отцом или когда ты один? Ну, мы вообще тренировались и с друзьями, и с братом, но больше всего мы тренируемся с братом. Я очень рад, потому что они неоднократно выступали и занимали только второе место. Один раз старший занял второе место, второй раз младший. А теперь было приятно, когда они оба заняли первое место. Просто они между собой так посостязались в конце. Спасибо большое за такой турнир. Спасибо всем, что пришли на этот турнир. Сейчас мы переходим к моменту, к подытоживанию конкурса рисунок, которые были присланы в салон «Бонус». Первое место по рисункам занял Таймохин Никита, который занимает приставку «Кенбой». Второе место занял Идиатурин Вадим,
который получает картридж 8 бит. Третье место занял Медведев Сергей, который получает каталог Сега. Четвертое место занял Балхияров Лю, который получает каталог Дэйзи. И пятое место занял Зиангиров Артур, который получает каталог Ультимейт. Всего доброго! Итак, Sony PlayStation, каким же играм мы сегодня посвятим наш обзор? Каким новым играм? Все, конечно, знают игру Tekken 2. Сегодня у нас еще одни такие же файтинговые игры. Это новая игра, тоже такая же она, как и Tekken, но намного интереснее. Потому что в Tekken они дерутся без оружия, а в этой игре Soul Edge тоже они дерутся уже с оружием. Сейчас мы ее посмотрим. А вторая игра тоже будет файтинговая. Тоже интересная файтинговая игра. Это Fighting Mission. Это кикбоксинг, тоже очень интересная игра. Ну и, конечно, третья игра, потому что файтингов очень много, тоже очень плохо. Поэтому мы посвятим такой детской, очень интересной игрушке. Гоночки на детских машинах. Она называется Motor Tune. Итак, у нас сегодня три игры. И выбирайте, какая вам игра нравится. И вы можете прийти в салон Бонус и выбрать любую подходящую себе игру. И, конечно, кроме игры, вы можете приобрести любую приставку, какая вам понравится. А как и всегда повторяю вам, наши салоны находятся ДК РТИ, что находится около Нерманка Уфа, ДК Джаникидзе, что это в Черниковке, и центральный филиал находится ДК Авангард по Аксаку 94. Еще одна новость. ДК Авангард на Аксаку 94 теперь работает с 10 часов и до 7 часов вечера, чтобы было вам удобнее прийти, например, с мамой или с папой после работы. И также он работает по субботам и воскресеньям. Вот такая хорошая для вас новость. Ну что ж, давайте будем смотреть игры, и на этом пока. Namco. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Welcome to the stage of history. Battle 1. Fight. Hey!
The grueling battle ended with the victory of Chun Mina. You win! Battle 2. Fight! Knockout. The grueling battle ended with the victory of Chun Mina. You win! Всем уже надоели файтинговые игры, а теперь поиграем в самую настоящую детскую гоночку. Она мне так понравилась, что это ужас. Посмотрите, какая графика, какие машинки. И вы, гонщики, вы участвуете в гонках на этих машинах. Это, конечно же, наш судья. Он летит на самолете и видит всех сверху. Он самый главный арбитр этих гонок. И зовут его Рок. Капитан Рок. Итак, начинаются гонки. А гонки здесь своеобразные. Вы проезжаете по долларовым мешочкам, и вам даются деньги. А если вы получили деньги, то вы можете выбрать любое оружие, чтобы применить это оружие в своих гонках. Вот вы выбрали сейчас чернила. Вы можете разлить эти чернила на дороге, чтобы кто едет за вами, мог на них подскользнуться или куда-нибудь улететь. Также вы можете подобрать на этих гонках, например, гирю в 32 тонны, или, например, какой-нибудь гриб, например, поганку какую-нибудь. Вы кидаете этим грибом, и тот, кто едет впереди, не может проехать и путается в пыли. Вот еще раз делаем выбор. Выбор нам попался, а выбор, вот он, гриб. Вот сейчас мы его кинем. Да, мы не попали в того, которого хотели, но игра очень интересная. Тут можно сделать очень разноплановый пейзаж. Можно посмотреть сверху, можно посмотреть снизу. Можно сделать так, чтобы посмотреть из машины. Вот пейзаж сверху. Вот мы поезжаем прямо в машину. Интересная игра, очень интересная.